Утром 6 декабря в следственный отдел регионального следственного комитета поступило сообщение о том, что в ходе тушения горящего дома в деревне Юминская Кимрского района обнаружено тело подростка 2007 года рождения. По версии следствия, 6 декабря произошло возгорание одноэтажного дома с мансардой, расположенного в деревне Юминская. На момент пожара в доме находилось 5 человек, из которых несовершеннолетний 2007 года рождения находился на мансарде дома. В результате пожара строение дома огнем уничтожено полностью. Подросток погиб. Место происшествия осмотрено следователем территориального отдела СКР, криминалистом отдела криминалистики, следственного управления Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции. Изъяты необходимые объекты, которые могут иметь доказательственное значение. Для определения точной причины смерти подростка, а также очага и причин возгорания назначены соответствующие экспертные исследования. В ходе предварительного следствия также будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается. Для определения точной причины смерти подростка, а также очага и причин возгорания, назначены соответствующие экспертные исследования. Для тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии на место происшествия выезжали сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления. В другом пожаре в деревне Погорелово Фировского района погибла 21-летняя женщина. Когда начался пожар, женщина находилась в бане. Причину ее гибели устанавливает следствие. Назначен ряд экспертиз. В Твери транспортная полиция завершила расследование уголовного дела о хищении 800 килограмм деталей железнодорожного полотна. Перед судом предстанет безработный 20-летний житель Ржева, разобравший и сдавший в пункт приема металла неэксплуатируемую ветку, расположенную в поселке Манчалово Ржевского района. Вооружившись болгаркой, монтировкой и бензогенератором, он на автомобиле с прицепом, принадлежащий отчиму, отправился на подъездной путь. С помощью инструмента демонтировал участок железнодорожного полотна длиной около 500 метров, сложил детали в автоприцеп и повез в пункт приема металла. Автомобиль попал в поле зрения сотрудников транспортной полиции. Стражи порядка проследовали за молодым человеком и задержали его на обменном пункте. У парня изъяли два фрагмента рельса длиной около 5 метров, 35 подкладок и 10 накладок, около 100 штук костылей и более 30 фрагментов болтов общим весом 800 килограммов. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.